Здравствуйте, дорогие друзья. Непонятная ситуация разворачивается вокруг блогера Камикадзе Ди. Непонятная в том плане, что сам виновник торжества не появляется уже в интернете почти неделю. Как известно, он выкладывает в день по 1-2-3 ролика. Они всегда набирают большое количество просмотров. И он оппозиционный блогер, что самое главное и что самое интересное. И его уже нету. Вообще в интернете нету 6-7 дней. То есть он не только видеоролики не выкладывает, а он его также нету и в социальной сети ВКонтакте. Заходил 26 февраля. Это очень странно, потому что ну, сегодня в России в 21 веке все почти имеют социальную сеть ВКонтакте, и она как наркотик действует, как минимум, хотя бы там раз в день люди заходят. И то, что его нету вообще в интернете, он и то, что это известный человек, известный блогер, и самый главный оппозиционер, это настораживает. Что с ним на самом деле произошло, непонятно. И что самое еще интересное, уже на протяжении недели никаких новостей даже нет. Вот, Камикадзе Ди новости, никаких новостей. Вот есть новость от 5 февраля, я посмотрел, это совсем не о том. То есть, куда Камикадзе Ди пропал, вот я напишу пропал. Непонятно, нету здесь вообще новостей никаких. Но люди действительно интересуются, куда же пропал Камикадзе Ди. Смотрите, что Google нам покажет. Камикадзе Ди пропал, это он уже, вот я удалю, куда и это удалю, сейчас, так, Камикадзе Ди, смотрите, пропал, то есть, это, этот запрос очень популярен у людей, все, кто знает Камикадзе, интересуются, в общем, непонятно, что с ним случилось, будем надеяться, что с ним все хорошо, потому что это известный блогер, и он уже не показывается в сети почти неделю. Это очень странно. Никаких новостей, ничего нет. Он, кажется, притих и не хочет что-то афишировать. В любом случае, будем ждать каких-то новостей. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Спасибо за внимание.